Всем привет! Сегодня хочу вытащить свой зиг из горшка и посмотреть, что у него под попой. Обычно туда кладут мох. Корешки отличные, все здоровые, ни одного гнилого. Ну, по кустику видно. Почему? Потому что классные у него листики очень. Я его, конечно, не хотела трибушить. Да, есть мох. Вот он. Я его хочу вытащить. Кора и кокосовое волокно. Грунт свежий. Видно, что субстрат хороший. Ну, мха не очень много. Вот, получается. Ну вот и все. Я думаю, что не буду дальше ковыряться. Почему? Потому что мха было очень мало. Посмотрите, сколько было мха. Совсем чуть-чуть мха. Вот. Корни отличные, даже ни одного гнилого. Я сейчас возьму просто новый горшочек. Может быть, даже и в этот, а может и другой. Добавлю свежей коры и перемешаю вот прям с этим вот волокном и старой корой. Она еще хорошая, вредителей тут нет. Листва тут отличная. Мне так нравятся его листики. Огромные, огромные блестящие такие листики, широкие. Классно. Так как мог выбрать нереально весь, я решила туда подмастить немножко пенопласта. Потому что ковырять его до такой степени, мыть, вымачивать, очень корни хрупкие. А корни тут хорошие, ломать я их не хочу. Поэтому все, что я смогла, я выбрала. Вот. Там, конечно, чуть-чуть пооставалось, но пенопласт спасет. И у меня маленький горшок, я не знаю, куда садить. Сейчас буду искать горшок. Все. Взяла вот такой вот, нашла емкость, не знаю чего, проделала судок. Да, судок проделала, дырочки еще маленькие-маленькие сделала, но мне все равно будет в таком кашпо, там можно наливать под низ, делать влажность. Получилось на уровне шейки, как раз у меня будет чуть-чуть проветриваться, потому что объем горшочка довольно-таки нормальный, но по ширине корней самый раз, ему будет где
место чуть-чуть разрастись. Грунт я использовала, чуть-чуть добавила свежей коры своей, добавила то, что тут было, кокосовое волокно, кора и уголь. Уголь у меня большая фракция на дне, вы видели. И он у меня будет стоять вот в таком вот керамическом тяжелом кашпо. Вот на дно туда можно налить немножко водички, насыпать керамзита. Это я уже буду смотреть по состоянию его, как там. Вот, так оно будет стоять, так оно будет выглядеть. Можно мхом украсить. Классно получилось, вообще мне нравится. Посмотрите на его листья, шикарные, зеленые, широкие листья. Мне очень нравятся его листочки. Надеюсь, ему понравится в новом горшочке. Вот, что-нибудь я тут придумаю, чтобы мне не было видно этого горшочка, который выпирает. Вот. Так что да, вот такая пересадка зига. Я придумала себе такой способ. Если под попой невозможно выковырять сильно мох, я себе тоже положила пенопласт. И я буду уверена, что у меня там ничего не загниет. Все. Пока. Всем пока, спасибо за внимание, всем пока-пока.